Ребята, всем доброе утро! Начинаем новый влог. У нас пятница и начинаем с завтрака. У Аминки омлетик. Сосиску она уж съела. Вон огурчик. Все как у Тимки сегодня. Но сосиски она обожает. Все. В первую очередь мы скушали сосиски. Да, доча? Вкусненько. Сегодня красотка в платьишке. Вот, вот кусочек еще сосиски, доча. Сегодня мы в платьишке. Принцесса. И нам приготовила завтрак. Азамат сегодня дома. Вот. Поэтому сейчас быстренько позавтракаем и поедем по делам. Здесь помидоры, огурчик и чебуречки. Что может быть лучше на завтрак? Вот осталось 4 чебурека. И кофеек. Всем, кто кушает, приятного аппетита. Тимка кушает то же самое, но только в зале. Вкусненько. Какие у меня красивые цветочки. Один поставила букетик в кухню, а второй в зале стоит. Амина? Амина? Приехали забирать паспорт Аминкин. Он готов. Вот ждем мы следующие. 58. Аминка уже нервничает, сидит не хочет. Всем привет! Ну что, мы уже вернулись, приехали до мамы. На обратном пути заезжали в магазин, купили арбузик. Сейчас у нас будет арбуз. Вот такие лепешки к арбузу и кофейку круассаны. С этим, с нусом, нус-нугат круассаны. Ой, сейчас будем мы... Большой! Большой арбуз. Брали в Лиделе. Вот такой арбуз стоит 8 евро. 7,99, короче. Там поштучно. Да, там штука. А где мы были в центре, мам, за килограмм 2 евро. Представляешь? Мамулька. Сейчас будем мы разрезать арбуз. Будь здорова. Чуть. Тимка оставался у мамы. Он с нами не захотел. Аминка тут. С нами путешествует. Она немножко в машине подремала. Короче, давай, надо разрезать арбузик. Выбирали. Ну, вроде такой. Должен быть красненький. Сейчас посмотрим. Тим, ну дай ей что-нибудь. Дай бутылочку. Она хочет с бутылочкой поиграться. В платье и в памперсе. Ну, на улице у нас начинается жаришка. Жаришка до 35 градусов. Уже 31, да. Вообще, короче, жаришка будет. Разрезали. Ну, как-то он не очень-то красненький. Даже жаришка до сильно спела, он лопает, да, когда разрезаешь. Что-то как-то... Ну, попробуй. Жестковато режется, да? Иди садись, баба, сейчас на стол. 9700 мы взвесили ради интереса. Я хочу... Ложкой будешь? Да. Ну давай, садись, иди. Я вот так. Заляпаешься, ну, Тимка, нет? Ну, ничего страшного. Сейчас. Печеньку можешь? Что, печеньку? Угу. На. Ну. Держи. Тим, ну ты придумал. Кушать. Надо маленькую ложку. Ложечка, можешь маленькую подойди, натянуть? Подойди, баба тебе сделает тубики, ты будешь оттуда тубики доставать. Тубики. Хорошо? На. И вилку баба тебе сделает вот так, смотри. Я не буду ничего делать. Нет, нет! Вот так сделаю, смотри. Теперь ты будешь брать ложкой. Ну, вот здесь тогда не буду резать, только здесь, да? Половинку так? Ну, кушай, ладно. Кушай как хочешь, на, ладно. Кушай. Так, ты ложкой, Тимочка... Где-то он увидел, что кушает ложкой. Вот, вот. Бери вилкой отсюда, тук-тук. Вон, вот вилочкой классно. Легче будет. Вот отсюда достань. О, видишь, как хорошо, да? Молодец, ты как умеешь. О, видишь, как красиво. Не спи. Какой-то... Нет, арбуз еще это, где-то, мне кажется. Ну, смотри, я хочу здесь как-то. Ну, нет, ты че? Смотри. Что? Попала!
Вот он внутри цвет какой-то, а здесь. Ну как... он просто не до конца созрел. Ну, все, сейчас не соспел. Ну ничего. Все съедим. А мы отдохнули, все поспали немножко, полежали, пообедали. И наконец-то мы собираемся на улицу, потому что детки, конечно, хотят гулять. Я беру с собой сумку. Здесь у меня 2 банана. Нарезала яблочко в чашечку. Так, каждому вот по бутылочке водички. Так, это мне сумку надо взять. В общем, у меня и своя сумка, и для детей сумка. Вот. Не знаю, куда пойдем. Хотим на детскую площадку. Может быть, на какую-то другую съездим, чтобы деткам было поинтересней. Ну и нам, знаете, так сменить обстановку. А то постоянно ходим на одну тарзанку. Вот, уже немножко поднадоело. Не знаю, куда мы поедем, потому что у нас уже 5 часов. Сейчас немножечко температура вроде спадает. Хотя какой спадает? 31 градус. Но я надеюсь, что в тенечке не так будет жарко. Вот, но с детьми, короче, дома сидеть это невыносимо. Тимка бросится на улицу, поэтому поедем немножко прогуляемся. Вот. Да, у нас начинается вновь жаришка. В общем, мы пообедали, я так ничего не играла, просто времени уже нет. Времени нет, бегом погуляем часа 2, 2,5, и будем уже, вернемся домой, потихоньку будем готовиться ко сну. Все у нас по режиму, да? Так что да, мальчишки уже пошли на улицу, надо выгрузить там кое-какие инструменты, Азамату с машины освободить багажник. Вот, поэтому пацаны убежали уже, а я вот собираюсь. Думаю взять мини-запасной бодик чистенький, она у меня просто в одном бодике будет. Возьму ей, наверное, просто запасной чистый бодик. В общем, у нас вот погром, вот до сих пор я вещи не убрала, да хай с ними. Бодик ей нужно запасной какой-нибудь взять. Не какой-нибудь, а вот тоже с коротким рукавом. Может быть, где-то что-то замарает, заляпает в песке или еще что-то. Поэтому надо взять бодик. И, думаю, лопатки надо взять, не забыть, но это уже внизу. И как бы все. Красавица уже готова. Я, собственно, тоже думаю, может, мне волосы собрать, потому что все-таки жаришка, блин. Капец, до 35 градусов. Вот, ну дома, конечно, как бы комфортно. Еще так сильно, чтобы там умираем мы дома от жары, конечно, нет, слава богу. Вот, так. Да, думаю, что соберу я все-таки свои волосени. И Аминки возьму. А я возьму вот это платьишко, в котором она сегодня была. Если что-то переодеть, прекрасно. Как раз потом, если что, сразу и постираю. Вот и все. Все, девчонки, мы готовы тоже. Ну все, давайте чуть позже включусь. Как куда решим поехать, потом все расскажу. Мы почти на месте приехали. Азамат сейчас паркуется. Тимка набрал тут игрушек, всяких тракторов, экскаваторы, да? Сейчас пойдем, сынок. Папа придет. Да, грилить здесь нельзя. И там пакетики. Представляете, пакетики для, ну, собак, если собака в туалет сходит, чтобы убирать. Мам, прикольно. Там нельзя. Туда нельзя, сынок. Вот это нельзя, там. Да. Все, вот наш папа перепарковался. И идем гулять. Сейчас на улице такая хорошая погода. Не так жарко, кажется. А? Да, так что? Кто это, Тим? Это утята? Да, они летают. Летают? Да. Уточки? Да. Это уточки. Мама, они. Угу. Вот, мы здесь уже были, когда Тимка был совсем маленький. Ой, он сегодня у нас маечку одел в какой-то веке. Мама, они. Так, нам теперь нужно определиться, куда идти. Где эта сама детская площадка? А, вон она, кажется. Или там. И там есть. И вот что-то. Мама, ли утята здесь. Да, сколько их много здесь. Да. Пойдем туда, наверное. Мы там были в прошлый раз. Или здесь. Это для совсем маленьких. А там, мне кажется, и для маленьких, и для побольше. Смотри, смотри. Ой, смотри, какие. Да. Мам, туда что? Это эти, Тим. Это гуси? Гуси. Гуси это. Пойдемте.
Как их много реально. Пойдемте, пойдемте. Туда пойдем, сына. Там детская площадка, да. Да, вон, мне кажется, мы на той были в прошлый раз. В общем, здесь просто очень большой такой парк. Вот. Мама, здесь кто-то вон столик со стульчиком. Что? Упало. Что упало? Вот это упало. Давайте погуляем перед сном. Сейчас под вечер погодка. Жара спадет. Мама, иди, а ты что? Да. Мама, иди. Там вода? Не знаю, что там. Тим. Там тоже вода. Там тоже вода. Тимка одел сланцы сегодня, захотел. Да? Угу. Кто это у тебя на маечке нарисован? Патруль? Щенячий патруль. Вот, красота. Посмотрите, кого мы тут встретили. Зайку. Где мама и папа? А где его мама и папа? Не знаю. Он отчали, а сейчас здесь. Ой, такой маленький. Мам, надеюсь, что вам видно. Мам, вон потоку, мам. Морковку? Чусить. Кушать морковку, но он там что-то травку кушает. Пойдем, ладно. Что? Сейчас убежит. Бук-бук-бук-бук-бук. Побежал. Пойдем. Вот она. Да. Мам. Пришли на площадку. Так это все выглядит. Здесь всякие разные лазилки. Качельки, вон я вижу, есть. Ну, в основном здесь лазить. Заниматься, забираться. Вот. Ну, мы пойдем там, где вон песочек. Тимка хочет с песочком поиграться, потому что взял трактора, экскаваторы. Ну и Аминка на песке поиграется. Пойдемте. Пошли. Да, вот качели это. Гамак там кататься. А ты тут такой дядя, это ты. Не знаю. Что, Тим? Дядя, это туда-то. Вот а? Качелька, смотри, какая. Тоже кататься. Да. Давай, иди. Играть будем. Что-то никого нет на детской площадке. Ни души. Мы единственные. А сама говорит, что в такую жару, наверное, все нормальные сидят дома. Мы одни ненормальные, короче. На самом деле, я не скажу, что прям вау, прям очень жарко. Вот здесь еще как раз деревья, знаете, такой тенечек. Разувайся, Тим, разувайся. И носочки снимай. Или в носочках будешь. Вот. Сейчас детки поиграют, побегают. Хорошо. Даже очень хорошо, никого нет. Красота. Кто-то вон вообще лежит, загорает. Витамин D натуральный получает. Амина. Давай, доставай ее тоже. Ну, пусть тоже будем ходить. По песочку походим. По песочку походим.
Залазите. Залази. Ля-ля. Я хочу писья. Быстро хочешь? Ложись хорошо. Лег? Все удобно? Обратно на площадку пойти. Ну-ка, подожди, стой, встань сюда, Тим. Крути, мама сейчас. Увидел? Сучит. Еще давай. Нет. Ты прикинь? Еще. Гулялись, возвращаемся обратно к машине. Детки так хорошо побегали, поиграли. Да, сейчас хотим заехать в магазин, купить мороженое. Тимка просит мороженое, да? Да. Наконец-то вернулись мы домой. Деток накупали, Аминку уже уложили. На обратном пути заехали в магазин Альди. В общем, сегодня у нас пятница. Купили, короче, вкусняшек-вредняшек. Да, это чипсы. Иногда мы покупаем чипсы. Тимка захотел маффины. Взял вот такие два шоколадных, два обычных. Мы взяли плитку шоколадки от Милка. Не знаю, там что-то сладенького захотелось, вредненького. Ладно, ничего страшного. Сачок взяли, кока-колу одну такую маленькую. Видимо, сейчас жара так действует на нас. Мама посоветовала вот такую специю, говорит, добавляет в разные блюда, в супчики, в салатики. Короче, классно, решила взять, попробовать. Я уже не помню, мне кажется, что я когда-то уже покупала, но, короче, купила. Азамат взял пивца себе, а я захотела радлер. Вот, и помидорчики. Вот такие покупки вредняшек, вкусняшек. Посмотрите, какие у меня розочки. Они, ой, какие классные. Вот. И еще купили упаковку мороженого. Тимка кушает мороженое, смотрит мультик. И вот, сейчас покушает, и скоро будем укладывать и Тимку тоже спать, потому что у нас уже 8:30. Ну, а Минка, она прям все, устала, ничего ей не надо. Короче, да, вот такие дела. Хорошо так погуляли. Я думаю, что я Тимке еще приготовлю покушать. Сделаю ему горячие бутерброды, как он любит. У меня есть тосты, колбаска, сырок. Поэтому сделаю бутербродики. Ну и на этом, думаю, попрощаюсь с вами. Спасибо, что вы были сегодня с нами. Оставайтесь с нами. Если еще не подписаны, обязательно подписывайтесь на канал. Пишите свои комментарии, ставьте лайки. И всем пока, до новых встреч!